User entered your channel. Шо, дядька, страшно стало? Я тут вообще привидением так повеселился немножко, потом решил, надо чем-нибудь гильдию покачать. Да, ну, я так между делом. Дошел до состарша, теперь это решил пока другой класс переключиться и экспо побывать. Ну и заодно покричать в некоторых городах что-нибудь. До обеда бегал. В Лимсе поорал. А, не, в Лимсе там эти задроты. Там кто-то орал. Вот, там типа дом, 8-й уровень, все дела. На что я в ответ проорал, что типа... Ну, или как вариант, типа, молодая, бездомная гильдия. Типа, да, типа, примет... Типа, в качестве трофея рогатых и хвостатых, типа, чтобы их подвесить в будущем доме. Задрот так обиделся, так, типа, рога жалко, типа, ну тогда за хвост, что он еще сильнее обиделся. Садисты. Видел, что с Black Dealer-то случилось? Ну, там что-то выложил кто-то, я так почитал мельком. Короче говоря, все, кто покупал ранний доступ и prepaid сервера, они сейчас в полной заднице сказались, потому что оказывается, что релиза не будет до 16 года, до весны. Ну, спасибо за ваши деньги. И вместо, так сказать, припейда, ну, то есть P2P серверов, они получают F2P, но с бонусами. Сваритесь в общем котле. Типа, мы ваши деньги разменяли на бонусы? Да. И типа отговорка, что что-то корейцы не смогли, а мы... Корейцы не смогли pay-to-play сервер сделать. Ну да, конечно. Эпик. А что, ничего, что Европа тоже примерно весной релизится. Ну, как-то странно. Не, просто на самом деле, если есть резервация, это уже все. То есть это означает, что либо вариться в резервации, либо просто положить большой толстый на игру. Потому что при наличии резервации это означает, что на тех же самых евросерверах будет очень мало русских. Ну или как минимум новых этих новичков. То есть если там и будут русские, то это обычно будут уже такие сыгранные гильдии, которые никуда, собственно говоря, переманить будет нельзя. Ну и почти в своем они. Не будет никогда. Так, надо поорать тебе еще в другой. Финал, когда этого не опустится, да? Я тут просто решил такой, вот БЛМ надо покачать до 60-го. Пошел такой в первую зону Хевенсварда. А там на фейтах рвут. Вообще рвут, не по-детски. Блин, забыл исправить чпятку. Думаю, ладно. Правда, экспо дают в 2 раза больше.
Обучение на поклон. Так, поклониться. Эта эмоция вообще внесена. Не факт. Ну, ладно. Ай, кусают. Умри. Не сопротивляйся неизбежному. Как же не сопротивляться? Тут вообще паячкой, по идее, качаться будет. Все. С хилом. Не хил целого первого уровня. Даже хигать пока не умеет. А, хотя физика есть. Кстати. Я же могу это взять с другого класса. Знаешь, конж, который будет юзать физику. Да. Нормально, сейчас так и сделаем. Чё-то я туплю. А он не может взять, если... Может. Левел низкий. Нормально. Не, там как раз таки прикол в том, что... с других классов игнор уровня идет. Я еще помню, когда мы еще на бете там поражались, думали, что это баг, но до сих пор не исправлен. Я вот сейчас взял физику. Это 4 уровня скилл с этого арканиста. И он мне сейчас нормально дал на конжа 1 уровня одеть. Так, а вот с вора мне своровать нечего. Арканист еще руны есть. Но зачем мне руны? Pathfinder, наверное, заработает только после прохождения первых данжей. Может, сейчас у меня все еще залочен. То я бы там бы висел еще. Жесть просто. Что опять? Поломата? Да тут фейты классные. Рвут тебя на счастье. Ты еле выживаешь. Слабак. Лезет на рожон. И поставить. И устойка. Или станет хилинг. А полеты здесь, конечно, классно. One whiskey, one gold, one spear. Называется фейт.
Ой, меня убило. Было за что? Я слишком много согрел одновременно. Фейт сделать такими темпами. Придется фейлить. Thank you.
мало XP идет, конечно. Я еще помню такую фишку, я не помню в какой игре, что чем больше народу в гильдии, тем, ну там вычислялось проценты, то есть в зависимости от того, сколько народу в гильдии, оно типа, если один человек в этом, из всей этой братьи только, собственно говоря, работает, то его экспо размазывается по количеству этого гильдии. То есть получается, мертвецов было вредно держать гильдию, когда ты ее прокачиваешь. Животинчик, животинчик. Надо вот, наверное, алхимика покачать ради бутылочек. Хотя неизвестно, что дешевле. Делать бутылочки или покупать бутылочки. Или брать их в качестве награды за квесты. А то я обычно мешочки беру. Мешочки можно продавать тем, да, кто переезжает. Те, которые за 50 там гили. Че, за 50 не хотят, сволочи. А за 25? Я там, если сюжетку проходишь, там тебе дают одну монету, по-моему, вообще какую-то, которая 10 тысяч гилей стоит. Ну, то есть как-то трансформируется. Вообще круто. Какая интересная монетка. Ее продают за 20 тысяч, я видел. Все два раза ее стоимость. Наглость еще. Ну а чё? Я думаю, кстати говоря, два раза задрать цену — это еще не предел. Нет, конечно. Гады неубиваемые почти. Вон трапы. Но тут мощные. Вот видишь, фейтовые-то легко убиваются. О, саксесс. Ура, я сделал фейт. И появился сразу новый фейт. Такой же, на этом же уровне. Там желатин вырос. Теперь надо убить одного желатина большого. Сначала надо разобраться с тварью, которая нам пакостит. Блин, тварь вообще. Я там двину в приват отписал, какой должен быть слоган у гильдии вместо его
Nighthawks on Cerberus. Жду, когда он вернется домой. Ну, я думаю, он поставит то, что я ему написал. Так что не будем портить интригу. Это будет чисто наш ответ тем рекрутерам, которые вокруг бегают. Опять мантрап, сука. Мотай, беги. Спасайте ваши хвосты. Вообще жесть. Так все печально. Да, тут мощные хейты вообще. Лишний монстр тебя служит. Нафиг. Слабак. Мы вчера в два лица 50-го. Додо пинали. Ничего. Так я там в Heaven's Ward'овские делаю. Не в пример. Тем более слабак. Блэма. Танка нету. Хила не хватает. Как бы с хилом вообще. А сам что себя, нет? Так я ж БЛМ. Ой, слушай, а что мешает? Хил-то у меня прокачан. Переключиться, конечно, в класс. А смысл? Мне тогда как БЛМ это качать на фейт? Никак. Смысла нет. У меня так прокачанный уже. Хочешь сказать, что класс до 60-го не качается? Он нет, он уже 60. Это... Я уже хил прокачан. Ты что делаешь? Качать. Ты говоришь, БЛМ это таматург. Да, и включился бы на таматурга, взял бы на него эту хилилку. Да. Угу. Хилилка. Хрень получается. Нормальная хрень. Если еще Чекубо вызвать, то вообще... Хилка-то есть. Собственно говоря, и сам себя будешь подхилить, и Чикубо еще немножко. Слабак. Йоши вас всех зомбировал. Подсадил на джобы. Вы уже без джобов ничего не можете. Можем. И без джобов. А больше похоже на то, что не можете. Я же ДПС еще смотрю, как бы, если я буду еще хилять параллельно, то я просто не уложусь во время фейта. Здесь получается, сколько надо его бить-то. Нефиг фейты соло бить. Меньше 10 минут, да. То есть я его просто тупо не успею убить. Фейты не предназначены для солистов. Да. Вот о чем и речь. А эти фейты, они более злые, чем... которые там были. Нефиг делать соло, чё могу сказать. Есть смысл делать попроще фейты соло. А теперь я трэпов побью. Первых компаньон кончается, то есть у меня же с курицей фармут. Курица качается. Ну, курица это курица. Хорошее дело, курицы не назовут. Чокоба. Помнишь вчерашнюю картинку? Да, Нерит говорил, что ему будут сниться кошмары после того, как он-то картинку эту посмотрел. Я старался. Вы сколько еще вчера сидели-то? Не знаю, где-то... Я до, наверное, 3 сидел. А он в 2 вроде ушел. Ну, сегодня пораньше уйду. Полночь, надеюсь, хотя бы. Завтра на работу выходить.
Локализовать игры, я даже не знаю, кто вообще будет когда-нибудь играть на наших серверах. Ну, это традиция. Старая русская онлайн-традиция. Да, завезенная еще в начале 2000-х. Ну, когда пираты занимались распространением игр, да. Еще с тех пор мошенники привыкли, что локализовать только так. Так сегодняшние локализаторы, это, собственно говоря, те самые вчерашние пираты. Люсьеры. Поднявшие свои скиллы на новый уровень. Есть. И хо-хо, и бутылка рома. И только две. На их фоне даже финалка кажется игрой круче. Финалка-то тоже при запуске не очень себя хорошо показала, но она выправилась хотя бы. Смотря что называть, выправилась. В плане, что экономическом они показали прибыль и так далее. То есть их совсем не закрыли, как могли бы сделать в случае провала полного. Просто ММОшка бы скончалась. Так живет. Что вместо песочницы сделали Team Park. Но мне кажется, у них не хватило бы мозгов сделать приличную песочницу у японцев. Не знаю. Это уже... Очень тяжело на самом деле сделать нормальную песочницу, чтобы не скатиться куда-нибудь в какую-нибудь хрень, которую вот по Black Desert и прочей херни. Очередной раз буду разговаривать с задницей. Вот, если взять пример успешных песочниц, в смысле фэнтезийных, их вообще очень мало. Потому что их почти не делали, раз. Да, их почти не делали. Во-вторых, те, кто пытались, это обычно потом уже были инди-проекты, то есть... Человеку было сначала интересно разрабатывать, потом он понял, что можно на этом заработать. И начал делать бабло. Да. То есть он передумал делать нормальную песочницу, он решил сделать бабло. То есть мало того, что руки кривые из-за того, что инди-проект. Онлайн то же самое было. Вообще. Там тоже они начали за здравие, то есть развивали, фич добавляли. Потом, если ты не помнишь, был такой пару лет назад. Ввели микротранзакции. Микротранзакции стали. И покупите у нас. Не понял. Купите монокль за. Да, купите монокль. И помню. Там такое началось бурление. Там начали атаковать какой-то памятник, который там честь. Они поставили, короче говоря, и if online там какого-то десятилетия, что ли, я уж не помню. Начали там, короче, акции протеста в игре,
Такие, представляю, забастовки, такие корабли кружат вокруг памятника с плакатами. Нет, они стреляли в него, то есть там даже картинка где-то была. Я сам найду. Да, я все равно смотреть не буду сейчас. Я же за рулем. Джити, они там начали пилить мемориальный памятник. Причем там слетелось до хрена народу, там джита все просто-напросто встала. Потому что там, ну как, если много кораблей появляется в системе, там она начинается походовая стратегия. Нормально. Потом и видео такое рывками, кусками. В общем, те, короче, и в онлайн такие, руководство поняло, что оно что-то пошло не туда. И решили отменить, ну то есть все это прекратить. Отобрать монокли. Нет, монокли это те, кто купил, тех они и остались. Просто они решили не развивать больше эту микрохерню. В игре и так есть, в общем-то, реал вливаемый. Официально. И неофициально. Тем более. Плексы. Плекс официальное, да, вливание бабла. И не по плану хотели вести эти капитанские каюты. И ввели там, ну, как бы дизайн, что можно в них было зайти. Многим не понравилось, что, дескать, там... Тесно. Ну, не то, что... Да, они тесноватые и... Как бы предполагалось там еще походы по станциям, знаешь, там бары и прочее. Ну, это я помню, что походы по станциям. Которые не имеют отношения вообще, собственно, к Еве. Я вся Ева, это же покатушки на корабль. Они, насколько я помню, это просто был как бы эксперимент параллельный с разработкой там, как же назывался, Вода, что ли, World of Darkness, над чем-то разрабатывали. То есть они просто экспериментировали на Еве. Да, ну они хотели, короче говоря, вести все это походы, то есть прогулки по станциям, потом квесты там, в общем, бары и прочее, вот эта херня, которая там особо нафиг не нужна. То есть люди на корабликах всю жизнь воюют, и они не будут ходить по барам заказывать. Ну, знаешь... Пойло, которое, скорее всего, будет стоить еще до хрена денег реальных, а не виртуальных. Одно дело, что... Все это развитие прекратилось. Говорит, давайте на лучше корабли, давайте на лучше баланс того, что есть. У вас там все равно дырок полно. Типа... Вот они сейчас ушли от этой традиции, потом еще и после этой всей акции, даже год прошел, они типа даже с юмором вспоминали, что вот, дескать, была такая хрень. И прикалывались еще там, они же видео всякие свои создают, юморные. Поорать что-ли еще тише. И все-таки
Кесточка часто орать тоже как там. Обычно это вызывает отторжение. Да. Ну, Pathfinder, ну, Pathfinder у меня до сих пор не работает. Ну, тут еще прибежал чувак фейт делать. Вдвоем так, однако, проще намного. Дергать что ли? О, подергать за что? Было бы за что. Ты опять кого-то там сзади дергаешь. Ага. Человек очнулся, типа увидел меня и покраснел в смущении. Микот после того, что я с ней сделал. Как там говорится в анимешках, после этого ты должен взять всю ответственность. Силы-то надо их что-то потратить. Купи большую хреньку. Чего купить? Хреньку большую. Купи слона. Слонов не продают. А я продавал. Это даже кто-то из заложников купил слона, по-моему, за 200 или за 300 тысяч гил. Хендмейд из вани шелка. Что там, как гильдия прокачалась? Вот тыщенка вверху капнула. Тыщенка, говоришь?
Временько, да, и уже сделают нормально, чтобы можно было печать. Покупать столько, сколько тебе надо. А то каждый раз берешь, тыкаешь. Смешно же, правда. Селектора нет, то есть ты обязан по одной единичке покупать. А это ты что там и где там покупаешь? Ну, когда за печати что-то покупаешь, ага. Оно тебе только одну единичку продает. Ну, или пять единичек, то есть по фиксированной стоимости. Ты не можешь селектором выбрать количество. Они давно обещали, что сделали. Все, руки не доходят, или ноги. Ну, вроде как 3.1, говорят, добавят, наконец-то, селектор. За отдельную плату. Купи 3.1. Да-да. У тебя будет селектор. Нет, это, скорее всего, всем добавят. Почти всех будет касаться. Без исключения. Ну, не знаю, я ауру вижу. А создать персонажа не могу. Также я буду видеть, что люди покупают, а сам скупить не смогу. Базовые вещи все равно патчатся, потому что а дополнительные, то есть экстеншены, естественно, для тебя заблокированы. Как-то так. Стоит человек, подергать что-то. Хвост есть, значит, есть за что подергать. Ух ты. Так, тихо, подбираемся. Mangas Addict Recruit, это вот французы какие-то. Ага, ты тоже здесь? А ты где? Не заметил. Да. Помучил одну ауру. Я вот вчера забыл посмотреть, когда Двин покупал бафы, полоска сока осталась до следующего ранга, уменьшалась или нет. Поинты-то ясно дело тратились, а вот сама полоска вместе с поинтами уменьшалась или была фиксированной, что типа только в одну сторону накапливается. По-моему, да. Я надеюсь, что фиксировано, но... Не уменьшается. Сколько не покупал, она остается, но он тоже покупал. Ну, ты, наверное, покупал, когда мы уже стали 8-м рангом. Там уже уменьшаться некуда. Как и подниматься. О! Красное это что такое? Типа по другому квесту надо убивать другим оружием. Оп, а у меня уже лечение есть. То есть я буду лечиться и физикой, и к Юру. Разницы-то нет. Откат общий. Вон, да. Да я не пробовал. Сейчас пробую, когда закончит откатываться. Только определиться. Так, а как себя втаргетить? Хотя, я могу и так. А, общий.
Причем сила идентична. Странно. Ну ладно. Да, в принципе, мне здесь второй хил не нужен. Возьму руины-то. Раз такое дело. Пойду как офисе сделаю. АФК 2 минуты. Давай, давай. Я вернулся. А где радостный крик? С возвращением, хозяин.
третьего уровня. Блин, руны вообще слабые. Только за я взял, называется. Ну что, физику надо понять. Ну хотя бы народ недоумение точно волшебная палочка, которую сычу может давать по носу. Конечно, это получается не так эффектно, как в свое время. Видел, да, как эти вор двигается? Там так. Руками, ногами так двигается. А это палочка просто стучит по носу. Как жур хрен. Кофе, я колбадусь. Да, кто-то должен же пить гадости, в конце концов. Это не гадость. Это яд. Ну. Можете помочь качать? Да, я на квестах. То есть это не качать. Я тупо от квеста к квесту и читаю диалоги и всю эту хрень. То есть фактически, как я давно говорил, финалка скатилась в соло-игру. Раскачь, можно
можно и соло, можно и в пачке. Пачки быстрее. Надо как бы уже переделывать многие вот эти квесты начальные. Я так понимаю, у них до этого руки не доходят. Команда небольшая, она только успевает что новый штопать контент, а старые они, так сказать, не меняли давно, уже давно. Поднастроить его. Сам же понимаю, что тут настроить надо несколько, чтобы контент был не такой легкий. Чуть усложнить задачу. Фейты подтянуть, например, все. Чтобы их соло нельзя было фармить. Сделать какой-нибудь бонус в пати, чтобы пошла именно в пати. То есть больше команд, больше команд. Покажи им, кто из вас папка. Капуста цветная. У меня тут бочку катит. А все мы тут прям от рук отбились. Tech Free Company. Понимай, как хочешь. Написано Юбик.